где купить сим-карту, какую сим-карту взять, сколько это стоит в Таиланде. Не должны снижать скорость. Это вот проблема того, что сейчас делает Дитек. Как в Таиланде, можно оставлять шлемы или нет на байке? Job cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams. We all want things. Привет, друзья. Здоровайся. Привет. Ребята, у меня тут задали вопрос. Где купить сим-карту? Какую сим-карту взять? Сколько это стоит в Таиланде? Сейчас ходим в первое место. Я вам покажу, где вообще люди покупают, если вы приезжаете туристом. На 7, на 10 дней. Это самое простое. Где можно купить сим-карту, если вы остаетесь здесь подольше, либо хотите попробовать другие какие-то, выбрать тарифы. Там может быть немножко подешевле. И расскажу, где сим-карту взял я. И где выгоднее всего приобретать, если здесь вы живете долго. Не переключайтесь. Погнали. Первый вид, где вы можете купить сим-карты, это в обычном 7-Eleven. Вы приходите, то есть вот здесь продаются симки. Стоимость их. В целом, если вы приезжаете просто на отпуск, этого вполне достаточно. Вот 7 гигов на 7 дней. 30 гигов на 30 дней, 199 бат. А обычно 49 бат всего. Да, то есть разные есть тарифы. И еще у девушек вот здесь есть тарифы, можете посмотреть. Вот, просто приходите сюда с паспортом и, соответственно, оформляете себе сим-карты. Дальше покажу оператора еще сотовой связи, где вы можете это приобрести. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Второе место, где можно приобрести сим-карты, это практически все большие торговые центры. Здесь обычно представлены все операторы. Сейчас мы с вами подойдем, посмотрим, я покажу, как они выглядят и какие тарифы у них есть, что они смогут предложить там. Мы поднялись в Big C на второй этаж. И здесь у нас есть Дитек-центр. Вы можете здесь себе приобрести, можно приобретать вот в таких островках, но тут стоит быть аккуратным, потому что могут... Подороже это будет просто. Значительно может подороже, а может сильно подороже. Может не сильно подороже. По-разному бывает. Есть точно так же АИС для выбора. И вот там продается Дитек и True 5. Если я не ошибаюсь, сейчас они объединились в одну операторскую сеть. Пойдемте. У меня получилось как? Я приобрел себе сим-карту. Это третье место, где можно приобретать. На Лазаде. То есть стоила она мне по распродаже 11-го обошлась в 1500, чуть больше, чем 1500 бат. Вот, она приходит неактивированная, мне сейчас надо будет зайти и активировать ее у оператора связи. А, кстати, 1500 бат – это 30 мегабит в секунду, безлимитная, не должны снижать скорость. Это вот проблема того, что сейчас делает Дитек. Утром у вас скорость нормальная, а по истечению, скорее всего, какого-то определенного трафика у вас снижается скорость, и вечером она может быть супер-супер медленная. Поэтому нам стало неудобно. И 1500 бат – это за год. То есть вы один раз оплачиваете на Лазаде эту сим-карту, и год у вас вот такой тариф. Я посчитал, что для меня это максимально удобный. Его же можно раздавать и где-то работать вне дома. И у нас слабенький интернет дома, Wi-Fi, поэтому лучше буду раздавать с телефона. Что ты хотел сказать? Я хотела сказать, что мы пробовали АИС, когда мы были на Пхукете. У нас была стоимость 150-200 бат в месяц, была прекрасная скорость, все было хорошо. В этом году АИС был для нас очень дорогой, мы взяли Дитек. Мой тариф 300 бат, я брала в сентябре, дешевле не было, это на безлимитный интернет, 300 бат на месяц.
И утром я смотрю видео, все хорошо, а вечером у меня очень плохо грузит даже в Инстаграме сторис. Поэтому они как-то начали, видимо, на безлимитках занижать. Проблемочка. Поэтому решаем проблему. Пойдемте, активируем. Так, давайте покажем вам обычные тарифы. То есть можете поставить на паузу. Это 10 гигабайт на скорости 15 мегабит. 70 гигабайт трафика у вас на месяц. Нет, 30 гигов. А, 30 гигов, 250. Да, 250 бат. Вот, такая же штука, только скорость выше, 15 мегабит в секунду. И вот это безлимитный, то есть 20 мегабит, 300 бат в месяц. Я думаю, там не видно далеко. Ну, если что, на паузу поставят, все будет видно. Вот, это тарифы, которые сейчас предлагает GTEC. Соответственно, thank you. Соответственно, мы такую же приобретали, и вот с ней есть проблема по поводу занижения скорости. Пойдемте еще прогуляемся, покажем еще в Аисе, что есть. Так, вот это. No, no. Вот объем, указанные объемы. Что-то не то. Давайте посмотрим, сейчас нам покажет. We have maximum 300 baht, 5G 20 gigabyte and 4G 60 gigabyte, total 80 gigabyte and free from Thailand. Угу. Так, это 100 бат стоит сама сим-карта и вот эта стоимость в месяц. 150, 200, 250, 300. И указаны, какое количество, какая скорость и какой объем трафика вам доступен. Смотрите, если что, будете иметь в виду. Айфончики, кстати, еще здесь продаются. Давайте посмотрим, сколько стоит. 15 плюс. Самый дешевый 29 100, вот такой простой 15, самый дешевый 24 100. Ну, хорошие ценники в целом. Так, хочу сейчас подытожить все, что касается сим-карт. Но мы, значит, пошли с вами в Big C, оставили байк на парковке, прихожу к байку. Это просто про то, что как в Таиланде, можно оставлять шлемы или нет на байке? Вот как некоторые говорят, что в Индии нельзя. Можно ключи оставлять в байке. Но не нужно. Но не нужно, да. Я, кстати, один раз оставлял на ночь, и вот так, что-то я прям поторопился для вас видео записать. Поторопился, побежал. Давайте подытожим в итоге, что необходимо по сотовой связи. Первое. Вы прилетели в аэропорт. Не покупаем там сим-карту, там очень дорого. Это сразу отметаем. Второе. Если вы приехали сюда на 7-10 дней, совершенно спокойно, смело приобретаете в 7-Eleven себе сим-карту, пользуетесь вполне достаточно. Если вы приехали на 30 дней и более, там до 3 месяцев, можно приобрести у операторов сотовой связи в больших ТЦ. Ценники нормальные, недорого, интернет в целом достаточный. Если же вы приезжаете более чем на там 30-60 дней, то лучше всего, конечно, заказать на Лазаде. Вам привозят за 1-2 дня, вы приходите в оператор сотовой связи, где вы приобрели, ну, чью сим-карту вы приобрели. У меня сфотографировали паспорт, сфотографировали сим-карту, сфотографировали меня, сказали, все свободен, все активировано. Действительно, вставил в телефон сим-карту, все активировано. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Здесь будет еще много-много полезной информации. Полезный контент сегодня записали про сим-карты. И сейчас пойдем развлекаться, конечно же, есть. Покажем вам на Типразите, что мы любим, что здесь стоит попробовать точно. Заходим с главной улицы, где фонарики. И пойдем сначала пройдемся по этим трекам, что здесь есть интересного. Мороженое, но мы здесь его не пробовали. Здесь различные напитки, и здесь шоколадные. Можно взять попробовать, но мы тоже пока это не попробовали. Здесь что-то неизвестное. Какая-то китайская или корейская кухня. Вот это точно стоит попробовать, мороженое ролл. Я почему-то в Тае его сейчас очень редко где вижу. 89 бат стоит. Не дешево, но это стоит того, это очень вкусно. Такие напитки. Это, судя по иероглифам, я думаю, что что-то корейское. Мы пробовали. Это газировка с топпингом.
есть какие-то штучки. Вот это супер острые салаты. Я просто, когда берут их тайцы, там слезы из глаз, сколько там перца. Здесь можно поесть пиццу. Одним кадром вам подсниму, что здесь есть. Рамен. Вот этой, кстати, раньше не было. И мы здесь не пробовали. Но выглядит очень аппетитно. И стоит всего 69. Вот это место с шаурмой. Мы здесь ее пробовали. С курицей стоит всего 65 и достаточно вкусно. Смело можно брать. Какие-то блинчики. О, это что-то интересное. Такое не видела. Шпажки. Вафли. Так, вот эту штучку я пробовала, это маршмелло, внутри которого находится мороженое. Можно выбрать различный вкус мороженого и на огне, как бы такое будет опаленное маршмелло. Ну, 59 бат стоит, оно того не стоит. Можно один раз попробовать, ну так себе. Здесь различные шпажки по 15, по 5 вот есть какие-то шарики. И дальше пойдем уже к основным палаточкам. Вот это место запомните, здесь только курица, но она здесь достаточно вкусная. Большие кусочки за 45 бат, два кусочка берете и в целом можно ими наесться. Жуки. Не пробовала, если честно, жуков, и как-то мне не очень хочется. Хотя говорят, что не противно. Пирожки. Мы как-то хотели попробовать. Помнишь, мы хотели с ананасом взять попробовать? Сколько они стоят? А, 5 за 20. Ну, достаточно недорого. Шейки. Как раз фруктовые шейки – это то, что точно стоит пробовать в Таиланде. Нормальная цена – 20 до 30 бат. Дороже 30 мы уже сами не берем. И вот это вот очень вкусное блюдо – рыба в соли. Но к нашему позору... В этот приезд мы ее еще ни разу не ели. Это типа морской окунь. Он внутри начинен лемонграссом, различными приправами, специями и достаточно сочная рыба. Место, где очень много людей, это роллы. Здесь готовые наборы. Свинина, курица. Вот это выглядит очень аппетитно. Рыба... креветки сырые, но я не пробовала, я как-то опасаюсь такое есть. И вот здесь ряды с готовой едой, как знаете, в наших столовых. Выглядит, если честно, аппетитно очень, но здесь нужно знать, что брать, потому что это может оказаться очень острым или специфическим. И вот здесь такой же подобный ряд. Непонятные. Вот еще шейки за 25 с различными миксами. На самом деле, самые вкусные шейки, которые я пробовала, это на Jamtien Night Market. Там 25 бат, и они добавляют туда мяту. И это очень вкусно, придает такой изюминки. Манго стики райс, кстати, тоже то блюдо, которое точно стоит попробовать в Таиланде. Здесь оно стоит 50 и 60. Ты не хочешь себе взять? Нет, сытый. Сытый? Ну ладно. То Дима охотился за манго стики райс, везде оно было 180, а здесь достаточно хорошая цена. Так, сейчас мы перейдем. Можно купить фрукты, кокос. Вот, наверное, кокос я сегодня возьму себе. Смотрите, а здесь смесь фруктовых шейков уже за 30, а в предыдущем ряду была 25. Так. Сегодня воскресенье, и в целом людей нормальное количество. Так, здесь тоже кокосы.
какие-то непонятные штуки. А здесь можно взять пасту за 50. Мы брали, в целом очень вкусно было. Порция не очень большая, но если что-то еще вдогонку взять, например, вот такие шпажки, то будет неплохо. Еще одна шаурма. Здесь я брала, она похуже, чем в первом ряду. Вот такие моти. Сосисочки различные. Вот здесь можно купить кокос, либо шейк из кокоса. Тоже будет вкусно. Паттай. Паттай. Разный вид лапши, смотри, всего 20 бат. За такой немаленький контейнер. Первый раз вижу паттай за 20 бат. Нет, там же есть еще другая лапша, не только дошик. Какие-то шпажки. Так, сейчас протиснемся. Здесь уже все раскупили. Ой, мне кажется, я видела вот в этой палатке, кто-то брал, и это вкусные штуки. 4 штучки за 30 бат. Там с луком есть и с чем-то еще. Может быть, я такие попробую сегодня. Готовые блюда. Виноград. Вот этот крупный виноград за 200 на ротанокорне мы берем за 140, либо за 160. Он достаточно вкусный, без косточек. Здесь вот тоже люди, там роллы. 10 бат за штучку. Авокадо-шейки, кстати, тоже я много раз пробовала, советую взять. Они делают на разных видах молока, на альтернативном молоке. И достаточно вкусно получается. Так, и запомните вот эту во втором ряду палатку. Здесь много различных десертов, 25 бат всего. Они не очень большие, но за 25 отличная цена. Мы брали, они достаточно вкусные. Посмотрите, как выглядит аппетитно. А вот сейчас мы подходим к моему любимому месту, которое точно стоит попробовать. Это сосиски на лемонграссе. Здесь есть перчик с начинкой из фарша лемонграсса, а есть сосиски на лемонграссе 15 бат. Это вообще божественно вкусно, но остро. Для любителей острого нужно чем-то запивать. Наверное, я сейчас это возьму. Возьму или походим еще? Потом вернемся. Пойдем, пройдемся. Ладно, мы сейчас все пройдем, я вам покажу. И потом вернемся, что-нибудь купим, я вам покажу, что взяли. Дима уже сегодня съел 1,5 шаурмы. Поэтому он, наверное, просто посмотрит, как я буду есть. О, здесь тоже манго-стики-райс за 50. Это самая хорошая, оптимальная цена. Фруктовые нарезки. Снова шейки. Вот смотрите, там был кокос за 40 в первом ряду, а в последнем ряду уже 35. О, вот это я не знаю что. Это какие-то блюда в банановых листах. Пока мы не пробовали это еще. Вот здесь, в последнем самом ряду, есть кафешечка, но дороговато. Тут том-ям 150. Ну, если вы приехали на там 10 дней, может быть и нормально будет, но есть места, где за 80, за 100 можно поесть. Вот эти штуки во фритюре мы брали. Ну, фритюр сложно испортить. Ты там чувствуешь в основном. Снова рыбка. Смотрите, шпажки из брокколи. Кто следит за своим питанием, можно найти. И сейчас еще найду одну свою любимую лавочку, где такая более правильная еда, полезная. В самом последнем ряду. О, свежевыжатые соки. Но я думаю, что там добавлено очень много сахара. Мы как-то пробовали, но слишком сладко было. Смотрите, вот это вот интересное блюдо, это омлет с мидиями. Иногда можно найти омлет с устрицами подобный. А вот моя любимая тоже палаточка. Здесь, посмотрите, вот такие вот роллы овощные. И боксы за 60, за 50. Более правильная такая еда. И еще здесь находится одна моя любимая палатка со сладостями. Кукуруза за 20.
Здесь еще одна кафешка. Дуриан. Вот, в самом последнем ряду здесь находятся вот такие рулетики. Это какой-то блинчик из теста, и внутри взбитые сливки и различные вкусняшки. 20 бат стоит за штуку, это очень вкусно. Я пробовала много вкусов. Вы это место не пропустите, потому что здесь рядом делают мандариновый сок, и здесь просто офигительный запах. Можно взять вот такие за 20, а можно большие такие, не знаю, как это, 75-85. Что это такое? Как это назвать? Это типа вафли. И вовнутрь вот как раз делают эту штуку. А, да, вот такая огромная штучка. Это точно проверенное место, и здесь вкусный десерт. Ну и заканчивается здесь вот мандариновым соком, запах офигительный. Сейчас я что-нибудь возьму и покажу, что я выбрала. Так, в итоге, что я взяла? Вот такие штуки как вам показывала, блинчики со взбитыми сливками, 4 штучки с манго, там с ванилой, еще что-то. Вот такие пирожки там с луком и один жареный, 4 пирожка, 30 бат. И вот это вот лемонграссовую, свою любимую сосиску, соус и шейк. Вышло все на 150 бат, вот этот весь стол.